В руках у ребят флаги учебных заведений, и студенты скандируют названия своих вузов. Озорные, молодые и веселые, они дают клятву на верность студенческому братству. Очень классно для молодежи испытать такие эмоции, потому что здесь площадка. Они, конечно, пришли каждый со своим высшим учебным заведением, каждый со своим факультетом. Но, тем не менее, здесь можно найти новое знакомство, познакомиться с новыми ребятами и понять, что российское студенчество, севастопольское студенчество имеет очень большую силу. А после посвящения марш к одному из главных парков молодежи – студенческому. В колонии 3000 первокурсников из 7 высших учебных заведений города. Очень весело, очень много всего нового, всякие мероприятия, больше свободы, но больше ответственности. Но на самом деле чувствуется что-то, новизна очень сильно чувствуется. Неожиданно, очень все хаотично кажется, что все хаотично, но на самом деле потом все складывается в единую систему, и потихоньку начинаешь уже вникать, что происходит. Энергии первокурсникам хватит не только на учебу, но и на активный отдых. Впереди знакомства, развлечения и по-настоящему лучшие студенческие годы. На учебу в наш город приехали ребята из разных уголков России. Я хотела поменять климат своего города, потому что мне он не нравился. И мой друг подал сюда документы, я тоже решила попробовать и поступила на бюджет. Как сказал мой одногруппник, есть фантазия заработать миллионы. Парад студенчества сближает первокурсников разных вузов и дает им возможность почувствовать себя одной большой дружной командой. Алина Пчелинцева, Юрий Реутин, Севинформбюро.